Приветствую вас с выставки «Золотая Нива» в Краснодарском крае, где мы продолжаем рассказывать о регулировках и настройках адаптеров для уборки кукурузы производства «Инагротех». Собственно, на стенде этой компании мы и продолжаем нашу работу. Сегодня мы поговорим о регулировках жатки «Орош 3 РУС», более старшей по производительности модели, чем «Орош РУС». Александр, какие регулировки в жатке «Орош 3 РУС» непосредственно влияют на качество уборки и потери? Зазор отрывных пластин регулируется под конкретные условия уборки и сорт кукурузы. Самое важное – выполнить регулировку зазора между отрывными пластинами и при необходимости изменить наклон ряда делителей. Если на жатке установлена гидравлика, то большая часть регулировок производится из кабины комбайна. Можно изменять настройки на ходу, не останавливая уборку. А может ли механизатор в работе непосредственно определить, что какие-то регулировки нуждаются в изменении, и как он может предотвратить потери? Потери определяются визуально. Механизатор видит вылет целых початков, либо дробление початка. Устраняется эта регулировка отрывных пластин и выбором скорости движения. Хочу добавить, что настройка початка отделяющего узла произведена оптимальным образом на заводе, под различные условия уборки. И каждый узел проходит двойную обкатку. Первый раз по окончании его настройки, а второй раз после установки на жатку. И контролируется по 40 параметрам. На этом мы с вами прощаемся, но ненадолго. Впереди еще много полезных видео про то, как эффективно настраивать жатки и не потерять урожай. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте напоминания и не пропускайте новые видео. До свидания!